Всем привет, сегодня у нас еще один тайп, пример тайпа по манге Шимасека, тайп на звуке. Тут у нас звук бамс, это буква ЦУ маленькая, означает, что звук приглушается, поэтому у нас звук не бам, а бамс, на конце буква С. Да, когда у нас есть маленькая ЦУ, можете использовать самые обычные звуки, которые обычно используем, там бам, дам, там дум. Только на конце ставим либо щи, либо х, либо хлоп, хлопс, то есть получается не хлоп, а хлопс, да, там с, какой-то шипящий, в общем, наконец ставьте, и в принципе будет, передадите смысл более-менее правильно. Так, значит, это у нас звук бамс, мне нужен большой толстый квадратный шрифт. Не то, что вы подумали, мне нужен шрифт, толстый шрифт. Квадратный, я помню, называла. Квадратный, вот такой, нет, не такой, вот это, наверное. Немножко не такой, ладно, давайте попробуем с ним сначала. Здесь будет ба, тут будет м, тут будет с стоять. В принципе, мне кажется, такой будет хороший подходящий шрифт. Значит, нам нужна черная обводка, белая обводка и узорчик нам нужен. Узорчик нам нужны будут точечки. Точки у меня сохранены где-то здесь, все там всякие разные. Сейчас будем масштаб менять, чтобы узнать, какой конкретно мне нужен. Это у нас слишком мелкие точечки. Нужно поближе распределить, они далеко друг от друга находятся. Так, вот он вот этот. Это тоже не подходит, это слишком крупные точки. Так, еще раз если. Уже более-менее подходит. Вот. Типа такого, наверное, да? Вот. Вот такие точки. И чтобы перейти из черного в белое, можно, конечно, создать себе новый стиль, новый узорчик файликом отдельно, но это мне лень, поэтому делаем градиент. Во-первых, делаем инверсию, чтобы снизу была белая, сверху была черненькая. Черненькая мы меняем на беленькая. Делаем инверсию, черная. Ну ладно, как сделала, так сделала. И здесь ставим прозрачность по нулям. Еще нам нужно более четкий переход. То есть тут у нас переход довольно резкий, белый идет. То есть нам нужно добавить еще одну штучку такую. Это у нас прозрачность по нулям, да, сверху, которая. И вот эту штучку, она, вот этот вот ромбик, он у нас регулирует, даже по нему делают, длинная точка, он у нас регулирует, в каком месте у нас будет переход. И насколько будет четкий, да? Я отлично это делаю. Кликаем сюда. И нам нужно вот это поставить сюда. Да, нам нужно будет вот это перенести в нужное место. Вот сюда, наверное. Да? Супер. Здесь у нас пересамых нету. Наклонов нету, клипки на пи, и мы тоже окей. Осталось нам только спрессанировать правильно этот звук. Так. То, что мы перетаскиваем, и видите, когда перетаскиваем, у нас наш самый градиент подоплывает. Это не волнуйтесь, как только мы закончим редактирование текста, наш градиент поправится в нужном месте. Так. Вот так, еще давайте сделаем искажение. Искажение, другой, но вертикальное искажение. Вот таким вот образом. Так, и немножечко. Еще искажение по горизонтали побольше. Вот примерно вот такой вот бам. Это у нас бам. Давайте градиент немножко поправим, чтобы у нас великий отчет начинался. Градиент. Вот.
делать типа конкретные задачи, то есть этот способ будем его манипулировать. Маленькие спички еще попасть нужно. Вот так. Окей. Нормально? Нормально. Можно, в принципе, свет уже потемнее сделать. Тоже завязаем градиент. Так, здесь нам нужно, я что-то это делала, Мира. Так, здесь нам нужно эту спичку подвинуть чуть-чуть. Вот сюда примерно. И здесь ставим новый. Я сделала два. Новый цвет, вот этот вот, его мы ставим черным, и прозрачность ставим ему 100% непрозрачность, давайте 90 поставим, 90. Пока что мы его толком не видим, потому что он у нас слишком высоко. Вот так вот, да? Какой же немножко убудет, если честно скажу. Так. Эти старые лопки попадают. Вот. Вот, отлично, все сохраняет. Так, чтобы это дело у нас не потерялось, сохраняем. Так, теперь осталось просто напросто делать дубликаты, поменять буковки и спозиционировать уже вот это место. Тут у нас будет буква М. А, в принципе, стиль почти что искажение мне нравится. Видно, что мне тугат не нужна уже. Ставим будет боль. По горизонтали скажем нормально. Тут осталось размерчить. Вот так дальше. Подходящий. Вот такой. И чуть пониже. И последняя буковка S. Так, делаю такую, не знаю, что здесь искажение по горизонтали, мне совершенно не нужно, да? Так, все, звук готов, спасибо за внимание, всем до встречи.